Два грузовика и пять легковушек после массового ДТП под Бийском. Трое из восьми пострадавших находятся в реанимации. Регион тучных людей. Алтайский край стал лидером по числу полных. Вторую жизнь буквам. Скоро надпись с названием краевой столицы предстанет в новом обличии. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня 89 лет со дня рождения всенародно любимого писателя, режиссера Василия Шукшина. А сегодня же на Алтае продолжаются мероприятия, посвященные его памяти и творчеству. Это встречи с известными российскими драматургами и актерами. А накануне звездные гости прошли по красной дорожке перед театром драмы. Состоялось открытие Шукшинского кинофестиваля. Юбилейные 20-е шукшинские дни на Алтае начались с представления чудиков. Шукшинские персонажи приветствовали зрителей, встречали гостей. Писатель Януш Вишневский, драматурги Валерий Фомин, Аркадий Инин, артист Федор Добронравов. Аплодисменты, автографы, селфи. Завершал шествие драматург, режиссер Виктор Мерешко. С этого года он не только председатель жюри кинофестиваля, но и его президент. Ну пошла, Многие присутствующие заметили, 20-е юбилейные дни стартовали без пафоса и почти по-домашнему. По ядрам театра любой желающий мог пообщаться с любой из приехавших звезд. Впервые гостем фестиваля стал актер театра и кино Амаду Мамадаков, звезда сериала «Солдаты» и фильма «28 панфиловцев». Ощущение дома, ощущение очень гостеприимные все. Ну, дома. У меня чуть-чуть недалеко осталось по Чуйскому тракту наверх, Ангудайский район, село Ело. Там меня родители ждут, мама с папой, сенокос меня ждет. Так что я воспользовался фестивалем. Спасибо организаторам, что пригласили. Зрители фестиваля смогут увидеть 10 полнометражных картин. Это, к примеру, «Как Витька Чеснок вез Леху Штуря в дом инвалидов», «Не чужие», «Решение о ликвидации» и другие. Первые показы уже начались, причем в этом году будет задействовано рекордное число кинозалов по всему краю. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Алтайские сельхозтоваропроизводители получат компенсацию в размере 300 миллионов рублей в связи с ростом цен на ГСМ. Средства направят из федерального и краевого бюджетов. Об этом сегодня сообщил в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко на конференции в зональном районе. Такая мера жизненно необходима для аграриев, которые в этом году претерпели убытки из-за холодной весны и обильных осадков. Сегодня Виктор Томенко объявил старт уборочной кампании. Всего на семинар приехали руководители 37 районов края, ученые, главы хозяйств. В течение дня они посетят единственный в крае семеноводческий центр по озимым, который находится в поселке Октябрьский. Подробнее расскажем в вечернем выпуске. Три человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще двое в отделении нейрохирургии Центральной городской больницы Бийска. Это последствия страшного ДТП, которое случилось накануне. По информации очевидцев, водитель фуры, не соблюдая безопасную дистанцию, спровоцировал аварию. Пострадало 5 легковых автомобилей и еще одна грузовая машина. Всего в больницу Бийска было доставлено 8 человек. Трое из них после оказания медицинской помощи отправились домой. Еще 5 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей, к счастью, не было. Кто накажет алтайских живодерок и почему жители края возглавили рейтинг по числу самых тучных людей в стране? Прямо сейчас в традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Семье алтайских живодерок угрожают расправой. Девочки и родители отключили телефоны и удалили страницы из соцсетей. Расследованием инцидента занялась прокуратура. Напомним, во вторник сестры из Бурлинского района выложили в сеть видео, на котором одна девочка топором разрубает на части котенка. Это вызвало бурю негодования. Даже Рамзан Кадыров высказался о небывалой жестокости девочек. Зоозащитники разместили в интернете петицию, в которой требуют наказать живодерок. Идею поддержали уже более 13 тысяч человек. Подробный материал на эту тему читайте на страницах КП на Алтае. Алтайский край стал лидером по числу полных людей. Результаты рейтинга приводит МК на Алтае. Если в среднем по России число страдающих ожирением составляет 1,3%, то в нашем регионе полных в 4 раза больше. И это первое место. На втором – Магаданская область, на третьем – Курган. Неофициальная версия неутешительных результатов – низкая зарплата в регионе. Люди вынуждены составлять рацион питания преимущественно из недорогих и калорийных продуктов. Отважные бийские путешественники плывут на лодке по Оби до Салехарда. Команда из 4 смельчаков отправилась сегодня из Бийска. Они завершат путешествие на катере советского производства «Амур». Предположительно, путники проведут в дороге 30 дней.
как готовили корабль, читайте на сайте «Бийский рабочий». Евгения Доровская, наши новости. Помогите найти человека. 9 апреля в Барнауле ушел из дома 19-летний Геннадий Леонов. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы: рост 178 сантиметров, спортивное телосложение, волосы русые, глаза голубые. Был одет в синюю балоневую куртку, синие джинсы и синие ботинки. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Геннадий Леонов, сообщите по телефонам, которые на экране. Барнаул станет чище и ярче. 7-метровые буквы, которые установлены на въезде в город со стороны нового моста, начали ремонтировать. Если раньше на них только обновляли краску, то теперь ведут работы по реконструкции металлического корпуса, удалят ржавчину. После на Барнаул нанесут антикоррозийную защиту и вновь покрасят. Обновленные буквы предстанут перед гостями и жителями краевой столицы уже в первых числах августа. В период отопительного сезона, который уже скоро, нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Экосибирь» просто и выгодно. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. В крае пасмурно, местами дожди. В Барнауле днем до плюс 18 и тоже дождь. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.